Мы рады приветствовать вас в Еврейском музее и Центре толерантности на сегодняшней презентации комикса «Когда я вернусь». Вот, здорово, что вы до нас добрались. Несмотря на то, что погода хорошая, хочется больше проводить времени на улице, а не в помещении. Вот, и, так сказать, из-за того, что мы и так уже задерживаемся, сразу перейдем к делу, и я передаю слово представителям издательства «Белая ворона», которые уже подробнее расскажут про то, что про, собственно, саму книгу и про то, что будет сегодня происходить. Да, здравствуйте. Меня зовут Сергей Аносов. Я маркетолог издательства «Белая ворона». Скажу пару каких-то вступительных слов. Ну, во-первых, да, спасибо, что пришли. Здорово, что людей оказалось гораздо больше. Вот. И спасибо Еврейскому музею и Центру толерантности за то, что мы можем здесь собраться, провести эту презентацию, дискуссию. Спасибо лаборатории публичной истории, Артему и Кате за то, что они будут модерировать это и вообще организовали эту дискуссию. Вот. Собственно, это такое краткое вступительное слово. Дальше Ксения Коваленко, главный редактор издательства «Белая ворона», переводчик книги комикса «Когда я вернусь», расскажет вообще, почему мы эту книгу издали, какие-то интересные подробности. Ну, а дальше мы, собственно, перейдем к дискуссии, не будем затягивать с презентационной частью. Спасибо. А вот так вот, если говорить о... Да, меня зовут Ксения Коваленко, я главный редактор издательства «Белая ворона» и переводчик вот этой прекрасной книги «Есики Баб Бунда, когда я вернусь». Я хочу сказать несколько слов о том, как появилась эта книга «Есики Баб Бунда». Можно показать ее фотографию? Она очень долго работала в издательском бизнесе, она литературный агент, но идея этой книги у нее появилась от издателя. Издатель подал идею этой книги. И Есика собрала свидетельство 6 людей, которые прошли в детстве через концлагеря, но книга детская, и она довольно оптимистично заканчивается тем, что все эти люди выжили и сейчас могут рассказать нам эти истории. Вот. Художник Петер Бергтинг — это автор обложек ко всем шведским изданиям «Гарри Поттера». Он автор массы комиксов в стиле фэнтези. И было, конечно, такое опасение, что вот этот фантазийный мир, который в его иллюстрациях, чувствуется, что он войдет в резонанс с такой серьезной темой, где описываются реальные события, что ребенок будет воспринимать это как выдумку, а не как реальные события. Но оказалось, что это достигло обратного эффекта. Вот. Кроме того, у него любимый художник Иван Билибин, это я сегодня прочитала. Это, конечно, очень такой штрих к портрету. Вот. Но главный вопрос, который пока что у нас возникал, мы получили уже какой-то фидбэк, книга вышла уже несколько месяцев назад, это вопрос о том, почему именно комикс. Я вот спрашивала у самой Есики, почему именно комикс. Она сказала на это, что... Ну, банальное довольно-таки объяснение, что в такой форме эта информация проще воспринимается и лучше достигает своей цели. Вот. Но пока что мы ее называем графический роман, потому что, конечно, было много вопросов по поводу комикса, да. Вот. Он заработал. Добрый вечер, меня зовут Катя, я координатор издательской программы «Музей Гараж». Собственно, мы с Артемом много лет назад и с другими людьми организовали лабораторию публичной истории. Будучи историком, я хотела бы задаться первым вопросом относительно как раз комиксов. Почему мы в России не называем комикс комиксом, потому что он комикс? Почему мы называем вещь графическим романом? И почему на такую тему, как Холокост, можно сделать комикс? И потому что все-таки действительно, исходя из последних событий и высказываний официальных лиц, комиксы в стране читают люди не особо одаренные умом, и поэтому это такой низкий жанр, да? И вот эта история с низким жанром непонятно откуда взялась, поскольку вы прекрасно все знаете, ну, часть людей, может быть, здесь знают, что есть такой потрясающий комикс, который очень сильно поднял тему Холокоста и среди именно публичной, как бы, ну, широкой публики, будем называть это так, он называется «Маус». И нарисовал его Арт Шпигельман.
И я бы не сказала, что в форме комикса что-то проще, да, воспринимать. Это действительно визуальная информация, которая позволяет довольно тяжелые для восприятия вещи, такие как массовое убийство, да, и гетто, доносить до большого количества людей, что довольно важно, поскольку мы имеем часть истории, которая, у которой нет документов, и есть только практически нет документов, есть только личные воспоминания, посредством которых мы можем понять, что же там произошло в Освенциме, Берген-Бензеле, в Треблинке, в Собиборе или где-то еще. Я хотела сказать, что все-таки, да, питательная среда уже была создана, и это не первый комикс на сложную тему. Есть уже традиция социально-исторических комиксов, и, насколько я понимаю, разница между графическим романом и комиксом состоит в том, что в комиксе мы имеем статичного героя, его характер никак не развивается. Если это графический роман, то характер меняется, и эта история не с продолжением, а это законченное произведение. Но я хотела еще вспомнить слова Васи Кистяковского, который переводил как раз Мауса, о том, что, называя графическим романом комикс, мы делаем то же самое, как если бы мы называли проститутку куртизанкой. То есть все-таки сами комиксисты отстаивают право комикса на то, чтобы быть и политически, да, затрагивать политические, социальные, исторические проблемы, и в этом ничего плохого нет. Нет, я вообще люблю этот жанр в качестве книги. Я считаю, что для детей, если читать комикс, может быть, вот Артем поделится своим впечатлением как ребенок, да, и как человек, который недавно с группой таких же детей, как он, обсуждал комикс на схожую тематику. И графический роман, да, хорошо. Будем отстаивать свои позиции. Поскольку если просто попытаться понять, что это за жанр, это личная история. Если кто-то что-то знает о истории Холокоста и о том, каким образом вообще люди узнали, что такие трагические события произошли, как они начали об этом узнавать, это личные истории. Так появилась устная история, так появились личные свидетельства, которые вдруг после 50-х годов становятся своего рода документом историческим, если я не вру, что поправь меня. И этот исторический документ приобретает невероятную ценность. И вот здесь вам действительно довольно простым языком рассказывают, что было. Да, и это вызывает ужас, но вот эта вот простота, она не... никак вас не отталкивает, поскольку вы читаете обыкновенных людей, которые попали в абсолютно ужасные обстоятельства. И мне кажется, вот этот прием, который в дальнейшем стали использовать, да, поскольку был Прима Леви, была Анна Франк, было довольно много людей, которые выпустили собственные мемуары про свое, скажем, существование в концлагерях. Да, и вот этот прием потом был экспроприирован довольно многими авторами и как в фикшн, так и в нон-фикшн литературе. Я считаю, что он довольно действенный с точки зрения того, чтобы сделать историю публичной. Да, такая история, с моей точки зрения, должна становиться публичной. Вот комикс для меня — это один из вариантов и одна из попыток донести страшные события до большого количества людей. Я, наверное, тоже хотел сказать несколько слов, даже не проблематизирующих, а, может быть, предлагающих другой взгляд на графический роман и комикс, в котором мы отталкиваемся не от сравнения его с литературным текстом, потому что Россия, в общем, страна литературоцентричная, и поэтому понятна реакция на комикс как какое-то нарушение сложившегося канонического представления о том, что все самое важное должно быть рассказано в литературной форме, причем в очень узких каких-то рамках. Лучше всего, чтобы это был толстый роман какой-то. И мне кажется, что и на
В общем, практически на весь пласт, вот этих, можно уже говорить, в некотором пласте свидетельств, которые фиксируются в виде комиксов, для того, чтобы выйти на разговор с более широкой аудиторией, нужно смотреть именно как на попытку сохранить, да, не в литературной форме, а в форме комикса, личные воспоминания, которые передаются второму поколению. Нет, я говорю, что мне кажется, стоит его рассматривать как форму фиксации устной памяти. То есть для нас, если мы посмотрим и на Мауса, и на ряд других графических романов или комиксов, как бы их ни называть, которые говорят о теме Холокоста или вообще больших трагедий 20 века, то очень часто, в буквальном смысле в их создании, участвуют дети людей, которые эти события пережили. И это, мне кажется, не случайность, это как раз некоторая попытка ответа на проблему, а как передавать эти устные воспоминания, во многом, кстати говоря, связанные вообще с молчанием, потому что все-таки момент, когда люди начинают говорить, а иногда и не начинают, о каких-то травматичных событиях, он сложный, и не всегда это говорение легко выходит за предел домашнего круга и вообще даже в этот круг попадает. Но возникает следующая проблема, когда эти люди уходят или начинают уходить. Но в то же время есть какой-то узкий круг людей, который считает важным эти воспоминания как-то передать. И в этом смысле это попытка передать их не в более привычной для нас литературной форме, то есть, грубо говоря, не в форме Тихого Дона или Войны и мира, а каким-то другим, при этом, как мне кажется, более камерным способом. Потому что здесь можно говорить не только о том, что наша культура взаимодействия изменилась, да, что мы меньше читаем толстых романов, как бы мы к этому ни относились, это некоторый факт реальности, но и к тому, что это просто более интимная, что ли, форма рассказа уже даже не о собственных воспоминаниях, а о воспоминаниях близко к тебе людей. Я хотела сказать, что поскольку это история личная, рассказанная очевидцами, естественно, было интересно мнение самих очевидцев вот к выбору такого формата, и сама автор считает, что в картинках вместилось что-то, что даже все-таки такая тема чувствительна, что вместилось то, что не вмещается в словах, и люди впервые получили возможность увидеть как бы со стороны своей собственной истории. Вот. И что касается вот доступности, да, что это низкий жанр, все-таки это не так. Я разговаривала с издательством «Миф», которое издавало комиксы по дневнику Анны Франк, и они рассказали о том, что после прочтения комиксов дети как раз обращаются к реальным дневникам Анны Франк, так что... Ну, это, конечно, безусловно, просто вот эта наша литературоцентричность, попытка найти великого человека Чехов, в общем, все это болото, в котором мы пребываем, я буду называть это таким образом, она не дает почему-то новым жанрам права на существование. И я, когда читала комикс второй раз, я начала обращать внимание на картинки и поняла вот то, что вы сейчас на самом деле воспроизвели, о том, что если кто-то знает, нет фотографий концлагерей, кроме двух. Ну, по крайней мере, у Освенцима есть две фотографии, на которых ничего не понятно. Они были сделаны членом Зондеркоммандер в одном из сараев через щелочку. И, в общем и целом, по этим фотографиям что-то либо понять, в принципе, практически невозможно. И когда мы пытаемся визуализировать страшный опыт людей, которых в Польше загоняли в гетто, а потом увозили в разные лагеря, то вот эта визуализация, наверное, да, помогает выстроить дистанцию, посмотреть на весь этот ужас, да, но при этом это не реальные фотографии, это все-таки иллюстрации, и вот этот вот способ иллюстрирования чего-либо, да, мне кажется, он позволяет работать с этой памятью довольно, довольно травматичной, потому что, ну, это... Я не знаю, знаете ли вы такой фильм «Жизнь прекрасна», собственно, про посвященный Холокосту, да, и посвященный концлагерям. Это же его часто ругают, но здесь я его привожу в качестве приема, да. Это кино довольно ироничное.
когда отец выстраивает для мальчика мир, чтобы он не понял, что он находится в концентрационном лагере, и пытается как бы его постоянно вот, развлекать. Да. И вот эта ирония, такой-то прием, использующийся в постмодернизме, мне кажется, очень хорошо ложится на прием, который осуществляет комикс. Они пытаются воспроизвести на самом деле то, что в принципе чудовищно сложно воспроизвести даже в словах. И действительно, вот эти иллюстрации представляют собой такой дополнительный способ увидеть, услышать события, которые не видеть, не слышать, в принципе, не хочется. Да? Особенно людям, которые там были. Да? И особенно, не знаю, людям, которые занимают, ну, то есть которым эта коллективная память доставляет довольно много неприятных ощущений. Да, я дам еще одну реплику поясняющую. Да, Катя, мне кажется, верно тоже продолжала мою мысль о том, что речь не о том, что толстый роман — это правильная форма передачи, речь о том, что это та, которая воспринимается многим как единственная возможная. И мне кажется, что если смотреть на вот графические романы такого рода, как попытку продлить или найти какую-то другую форму для вот этой устной памяти свидетелей, то, мне кажется, важен еще один шаг, который стоит делать, читая эти комиксы или графические романы, это говорить после. И вот это, мне кажется, принципиально важный момент, потому что с литературным произведением это все-таки вариативно, то есть оно тоже работает прежде всего с застывшим, в общем-то, словом. А с графическими образами, мне кажется, особенно когда они затрагивают такую важную тему, это становится прямо принципиально важным иногда моментом. Не для того, чтобы объяснить, что там было изображено, а для того, чтобы просто вместе пытаться понять, да, как процесс, что там вообще описывается. И отсюда у меня вопрос, да, то есть как и любой графический роман или комикс, он связан с конкретными лицами, с конкретными свидетелями и моментом их вспоминания, да, и то есть по графическому роману достаточно очевидно, что он создан для, прежде всего, для шведской аудитории. И потому что истории связаны со Швецией. И я бы сказал, что если бы я был шведом, у меня бы как раз было гораздо больше вопросов. Как не швед, у меня вопросы отпадают. Я имею в виду, что я бы стал спрашивать, а почему здесь, например, не представлены шведские коллаборационисты в таком случае, да, которые были в каком-то количестве. Вот отсюда вопрос. А была ли идея, что нужно как-то включать дополнительные элементы или адаптировать эти графические истории для, при переводе для российских читателей? И, ну, грубо говоря, какова была эта развилка, если она была, и почему вы решили сделать так, как решили, там, дополнять или не дополнять какие-то элементы? Нет, вы знаете, это редкий случай, когда никакой локализации у нас не было. Обычно шведские книги, мы многое там меняем. Если это книги о природе, то это книги все-таки о шведской природе. Там три вида берез, а у нас 300 видов берез. Вот, но это был тот случай. Еще мы боялись, конечно, что это будет воспринято в штыки. Во-первых, потому что у нас есть своя история. Мы бы с удовольствием опубликовали подобную книгу, если бы нам ее предложили российские авторы, но такого пока не случилось, к сожалению. Истории, рассказанные в книге, это, естественно, истории не шведов, а это истории венгров, истории поляков, истории немцев. Вот. Но, как ни странно, там даже отдается должное советским солдатам, они там упоминаются однажды, правда, единственное, что я переделала, это русских солдатов на советских солдатов, и то с согласия автора. Но мне кажется, что эта книга, она универсальная, она работает в Америке, вот эта обложка американского издания, они, конечно же, переделали ее, сделали, я бы сказала, более страшной, немного такой из области поп-культуры уже. Но книгу закупили американские библиотеки. Я надеюсь, что в России тоже будут библиотеки работать с этой книгой, потому что к ней прилагается пособие для учителей, библиотекарей, педагогов о том, как работать с детям с этой книгой. Вот. Ну, в общем, нет, никаких изменений мы там не делали. А кто писал пособие? Пособие писали
библиотекарь и... Ну, они педагоги, да, они работают с детьми и говорят о Холокосте с детьми. Вот. Да, я хотел бы добавить по поводу этой методички. Это действительно, вот Ксюша сорвала слова моих с губ по поводу слов Артема, что это действительно такое продолжение, оно было продумано и шведами сразу. Продолжение после прочтения самого романа, комикса. Методичка очень интересная. Я там готовил презентацию по ней и довольно сильно погрузился в нее. Там, мне кажется, она очень актуальна будет еще для России, потому что помимо самой проработки темы, там... Очень интересная методология внутри. То есть там много методик коллективной работы. Это подразумевается, что это будет работа в школе, работа в классе. Там есть методы в духе осмысления сначала самим учеником каждой главы, потом работа в паре, потом коллективная работа. То есть это еще такие практики, которые, когда я читал, я просто поражался, что это работает в рамках, ну, по сути, там, шведской системы образования. То есть это не что-то такое сверхъестественное, чего у нас нет. И мы как раз хотим... издать эту методичку. Мы хотим делать открытые уроки для школьников и работать с педагогическим сообществом, потому что это интересная и проработка и темы, и плюс еще такая методика необычная для нас. Я хотела сказать еще про шведов. Все-таки эта история еще... В Швеции много пишут о том, что беженцы, они же стали... Те беженцы, которых прилетела Швеция, они же оказались абсолютно никому не нужными вот в этой послевоенной Швеции. И это уже другая история, но она тоже очень шведская. Не о том, конечно, что в Швеции не существует самокритики, да, а о том, что как бы вот как замкнутое я произведение... Я просто уже много слышала вот в этот адрес упреков. Нет, я как раз скорее о тексте как замкнутой такой... конструкции, да, она в этом смысле, конечно, то есть понятно, почему Швеция там выступает таким местом спасения, таким местом, где все становится относительно хорошо. Есть один фрагмент, связанный с адаптацией переселенцев, но он, ну, не очень выражен. Возможно, в Швеции это считывается более ярко, как проблемная зона. Вот. Но мне кажется просто, что, конечно, без сомнения, существует проблема того, что у нас очень мало подобных графических романов, ну, то есть буквально можно по пальцам перечислить, не связано, насколько я знаю, с Холокостом, у нас просто нету их. Есть, например, про Остербайтеров, но это скорее взрослый графический роман, он переводной тоже, да. И это некоторая проблема, потому что каждый раз, в общем-то, читая эти книги, стоит как бы восстанавливать контекст, где это создается, для какой аудитории и помнящими в каком месте. Да, потому что понятно, что человек, очутившийся и помнящий, живущий в Швеции, проживший жизнь, будет помнить немножко по-другому, чем проживший жизнь где-нибудь на территории Украины, Палестины или где-то еще. И это тоже такой, мне кажется, очень важный момент, который стоит в разговоре актуализировать, потому что это снимает многие вопросы о том, почему там мало Красной Армии. Ну, потому что это люди, которые в основном оказывались в Швеции. И ну, то есть исключения, но в целом это позволяет понять просто специфику этих историй. И да, еще у меня была одна ремарка и предложение, может быть, пустить микрофон в зал, чтобы как-то оживить нашу дискуссию, связанную с самой идеей рисунка, в том, что очень часто это такая, ну, связанная с исследовательскими, историческими линиями и с тем, как, насколько я знаю, часто работают психологи с травмой, очень часто люди не могут ничего сказать, не могут ничего написать, иногда им нужно что-то нарисовать. Да, то есть в буквальном смысле иногда это становится спусковым крючком для того, чтобы что-то понять про очень тяжелое переживание. В этом смысле, конечно, графические романы, они, ну, еще и такая, ну, возможность нащупать что-то невербализируемое. Перед тем, как отдать туда микрофон, я хотела тебе ответить на вопрос про возрастной ценз. Я думаю, вот ты знаешь, я скажу для всех, просто какое-то количество лет назад я прочитала с десяток подростковых фикшн и нон-фикшн книг, в основном фикшн, да, связанных с исторической тематикой. И если на них посмотреть, то получается, что они как бы это такая литература между. Согласно российским законодательствам, на них стоит какая-то отметка, типа там, не знаю, 12+, 16+, 18+. Но тем не менее, если это уж ваш собственный выбор, если ребенок читает эту книжку, скорее всего, у него появляются вопросы. Вот формат комикс — это такая же история, потому что он очень расплывчатый. Его может читать, в принципе, и оценивать кто угодно.
ребенок, взрослый, подросток. В общем, у него не, это тоже такая же литература между. И вот внутри этой литературы между я выяснила, ну, вот, смотря на российский книжный рынок, детский, да, внутри этой литературы между как раз и коренятся все сложные темы. Они прямо там такое количество книг, которые вышло за последние 5 лет на довольно тяжелые, о довольно тяжелых исторических событиях, вышло как раз внутри детских издательств. То есть это такой супер феномен, который меня только радует, да, который позволяет выстроить определенный диалог, поскольку уж если ваш ребенок читает эту книгу, то, скорее всего, у него будут вопросы, которые вам придет, на которые вам придется отвечать. Да, и вы как бы в диалоге, читая эту книжку, ну, до какой-то степени сами работаете с этой памятью. Вот. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. У меня вопрос к переводчице. Вы сказали, что вы поменяли слово «русские» на «советские» про солдат. Вы консультировались при этом с автором текста. И у меня вопрос, как вообще происходит коммуникация переводчика с автором? Вы, ну, по каким-то сложным вопросам консультируетесь? И вы со шведского, да, переводили? Угу. Ну, в общем, мне интересно, как вот этот процесс коммуникации переводчика с автором происходит. Так, случайно получилось, что мы знакомы с Есикой, еще были до того, как она написала эту книгу, поэтому я просто при встрече прилично ей задавала часть вопросов. Часть вопросов сегодня мы вот в Фейсбуке с ней переписывались. Сейчас это все стало очень просто. И я смотрела интервью всякие с ней. Но, естественно, если мы что-то меняем, даже вот такую мелочь, как русский на советский, для шведов это совершенно не принципиально, они понимают, о чем идет речь. Но на всякий случай я у нее уточнила, конечно. Спасибо. Ну, хорошо, что там все-таки упоминается Красная Армия. Извините меня вот за такие слова, потому что это упрощает продвижение этой книги. Спасибо. Я, честно говоря, думаю, что... Матерь Божья. Так вот, я немножко вброшу, с вашего позволения. Я поняла позицию насчет толстых романов, которым мир постмодерна питает такую неприязнь. Но есть такая проблема, мне кажется. Я работаю вообще в школе, и сейчас, например, я работаю с довольно маленькими детьми, на мой вкус, с четвероклассниками. Это самые маленькие, с которыми я работаю. Там меньше, я не понимаю уже, как можно с ними говорить об истории. Ну, можно, но на другом языке немножко. Не на таком, на котором я привыкла. Так вот, есть такая проблема, например, если ты перед тем, как читать книжку, пойдешь смотреть фильм, то потом ты невольно визуализируешь героев книги как актеров, которые в этом фильме сыграли. Когда мы читаем книгу, роман толстый, ненавистный, мы все-таки пытаемся представить себе героев, ситуации, в которые они попадают, как они выглядят, в чем они одеты. Автор нам дает описание, они обычно не полные. Но вот помните, наверное, эту сцену из Стругацких, я обожаю, с «Понедельника», кажется, или «Сказки о тройке», где он говорит, что вот герои, которые описаны, например, у автора, как люди, которые пришли, ну, человек зашел в шляпе и галстуке, вот они пристают там перед главными героями в шляпе и галстуке, больше на них ничего нет. Но мы как бы воображением достраиваем себе в облик этого героя, костюм соответствующий эпохе и так далее. И вот когда нам дают комикс, это какая-то уже готовая картинка. И вот эта часть не работает. Мы не представляем этих героев, не представляем эти ситуации, нам уже дают готовое какое-то представление. Ну и, в общем, мы с вами, как люди, которые с проблемой знакомы, там и о Холокосте читали, и какую-то другую литературу, и документальную литературу, например, нам нетрудно достроить эту картинку. А ребенок, для которого это может быть первое столкновение с проблемой, он ее вот будет именно так визуализировать, как показано в комиксе. Хорошо, очень, ну, талантливо нарисовано, но немножко без зуба, например. Там, и столкновение с документальной реальностью, например, для него станет шоком. Какая-то вот очередная, достаточно благообразная картинка, которую мы как будто бы пытаемся ребенку не травмировать. Вера, ты не считаешь, что если он прочитает эту книжку, то столкновение все-таки с реальностью для него будет немножко подготовлено уже? То есть, если посмотреть на иллюстрации, да, они довольно абстрактные внутри, вот как бы в комиксе, да, то есть гетто не изображается, как, то есть если ты читаешь Ролникайте, ты видишь это гетто и думаешь, боже мой, как бы, я не знаю, что сейчас со мной произойдет, да,
хотя это детский дневник, а вот здесь это все-таки такая, ну, то есть чуть-чуть иллюстрации по себе сглаженные, да, там нету какого-то радикализма, но ты не считаешь, что они подготавливают ребенка, допустим, к тому, чтобы он дальше смог посмотреть, не знаю, фильмы 45-го года, когда советская армия и Голливуд приземлились, значит, в бывшем концлагере Освенцим, да, и сняли первые документальные кадры там. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь, Кать, но, во-первых, книга рассчитана на 12+. То есть это, ну, с моей точки зрения, это подростки, которые должны быть уже знакомы хотя бы немного с этой историей. То есть, в общем, в такой мягкой форме их можно бы уже и не готовить. Да, причем, на самом деле, сейчас может звучать так, как будто я какой-то не весь какой ретроград, я очень люблю комиксы. У меня полка ими заставлена, я их привозила раньше из Англии, например. Сейчас вот есть возможность покупать их в России, слава тебе Господи. И там тот же самый дневник Анны Франк у меня стоит в школе на полке, и он там дольше недели не стоит. Его там дети забирают, снова приносят, там, читают в классе. Ну, в общем, это прекрасно, на самом деле. Но как бы в 12 лет, например, ребенок с этой проблемой, скорее всего, должен быть уже знаком. Если он еще не знаком с ней, то можно говорить на каком-то более серьезном языке, к примеру. И вообще реакция, о боже мой, ну, она нормальная на эти события. Нормальная реакция человека, который живет в современном мире, в более-менее комфортной обстановке и видит, что происходило тогда. И какая-то еще была за этим мысль, но как-то она у меня потерялась по дороге. Если я вспомню, я озвучу. Я хотела тоже сказать буквально два слова. Книга адресована детям 9-12 лет. И, на мой взгляд, все-таки это очень хорошая форма подачи именно для этого возраста, 9-12 лет. У меня ребенок 8 лет ее читает. Вот, и, ну, станет шоком, но мы могли бы проиллюстрировать ее вот всякими страшными фотографиями, если вы говорите о том, когда реально. Я вспомнила, что это была, собственно, за мысль, что сейчас в каком-то маниакальном стремлении не травмировать ребенка, мне кажется, в том числе и литература, заходит уже в тупик иногда. Не здесь конкретно в этом случае, но там все вот эти вот странные детские книжки, которые совсем для маленьких детей, я там недавно столкнулся с этой проблемой, это какое-то стремление не просто там не травмировать, а оббить комнату подушками и вообще не допускать туда реальный мир. И вот эту конструкцию какого-то нереального мира на основе реальных событий мне вот как историку, например, не всегда приятно видеть. Опять же, я вот сейчас только полистала книгу, и я не могу сказать, происходит здесь так или нет. Я там, ну, могу судить о том, что мне нравится рисовка, например, там, мне здорово, что здесь рассказываются реальные истории. Но вот нет ли здесь вот этой вот конструкции фэнтезийного мира, как говорилось вначале? Ну, наша книга предназначена не только детям нашего узкого снобского сообщества. Мы как раз ее задумывали как книгу для широкого круга читателей, для тех, у кого это первое знакомство с Холокостом. А таких детей все-таки подавляющее большинство в России. Я не думаю, что вот мы обиваем подушками. Мы просто доносим какие-то элементарные исторические факты до тех детей, которые об этом не слышали даже в школе. Мне кажется, да, мне кажется, у вас в реплике есть, вот, как я могу пытаться выделить две важные для меня составляющие. Первое, относительно вот того, что слишком мягко, не хватает какое-то обнажение реальности, поэтому слишком фэнтезийный, слишком смягченный визуальный язык. И вторая составляющая, что у человека, который читает комиксы, остается некоторый, если он в первый раз узнает об этом, некоторый визуальный след, который мешает ему потом как-то более объемно воспринимать сюжеты, вокруг которых графический роман выстроен. И мне кажется, тут, на каждой из этих двух частей есть разные ответы. Вот то, что касается смягчения, мне кажется, вот коллега вам уже ответила, я бы здесь даже заострил. Я бы сказал, что если бы по каким-либо причинам вы бы решились там разместить какие-то, например, документальные фотографии, то там бы стоял не 12+, а 16+. Или 18, да. И это, ну, было бы просто препятствием для продвижения. Это первый момент. Но даже если это отбросить, да, здесь я, например, тоже сторонник довольно жестких, так сказать, форм погружения, но, тем не менее, в нашей культуре нынешней, да, существует
традиция довольно мощная, которая поддерживается разными институтами, все-таки смягчать образы, связанные с трагедией и насилием. Да? Ну, хотя бы там, не знаю, вот я даже детей на похоронах редко вижу, да, вот в массовом количестве, как будто вот люди не умирают. Да? Но это вопрос не, мне кажется, к издателям комикса, не к издателям графического романа, а к тому, что наша культура так работает, хорошо это или плохо, там в разных пластах, это другая тема. А что касается второй части, мне кажется, ну, без сомнения, такая проблема есть. Того, что человек прочитает графический роман или просто роман, или поговорит со своим каким-то родственником, который вызывает у него яркие эмоции, и потом на всю жизнь этот сюжет будет у него связан с этим человеком, графическим романом, романом или чем-то еще. Как у значительной части населения наших современников в России «Война 12-го года» связана с романом «Война и мир», написанным через большое количество лет после этого. Да? И это, конечно, в исследовательском смысле, да, или для человека, который пытается очистить, что называется, свою оптику и разобраться в том, как это было, это может быть препятствием, но, с другой стороны, это препятствие до какой-то степени непреодолимое. То есть, ну да, мы всегда с чего-то начинаем. Мои, например, представления о Второй мировой войне навсегда связаны там, с отсутствием моего деда руки. И это очень такое домашнее, интимное воспоминание. С этим ничего не сделаешь. И вот мне кажется, если смотреть на графические романы, как на попытку вот этой передачи устной коммуникации визуальными образами в том числе, то в каком-то смысле эта проблема снимается. То есть разговор идет о том, что вот это такая форма начала разговора. Да, у этого есть визуальные образы. Можем их оценивать как более или менее удачные, как западающие в душу или не западающие у того и других, у той и другой аудитории, но это некоторая неизбежность. Если человек читает роман, может быть, у него, ну, конечно, не может быть, а совершенно точно у него по-другому работает голова, но это не значит, что он западает ему в душу или как-то создает некоторую связку между событием и художественным произведением в меньшей степени, чем если он начинает это знакомство с графического романа, с комикса. Спасибо. Хочу добавить про смягчение, про наш как бы конкретный опыт. Мы делали анонс там, за пару месяцев до выхода книги с разворотами из нее. И, собственно, мы получили такой негативный фидбэк, первый. Потом следующий анонс уже был нормальный, но как раз многие люди были недовольны тем, что там слишком мрачные картинки, что там они достаточно жестокие. Если посмотреть книгу, полистать, там есть вполне себе страшный разворот. И мое личное первое впечатление, когда я еще увидел макет там черновой, я тоже подумал, что ну как бы как мы это будем продавать, потому что там картинки, они по цветам и по некоторым сюжетам, они, ну, на мой личный взгляд, совсем не мягкие. Вот, поэтому как бы такой отзыв массовый, более-менее, он был скорее вот наоборот, что слишком жестко. Я хотела как раз, пользуясь случаем, любимый наш вопрос затронуть о возрастной маркировке. У нас есть таблица, где прописано подробно, какой возраст должен быть указан на книге, если там есть, например, чрезмерно натуралистичные изображения человеческих страданий, смерти и всего такого. То есть мы обязаны на книжке ставить... Мы, по-моему, поставили... Сколько там ставит маркировка? 12+, по-моему. И мы боялись, что это вот не пройдет по требованиям. Из-за... Так что не все так просто. Ну да, вот из-за этих натуралистических... Поскольку там есть, действительно есть, ты полистаешь книжку, там есть и город трупов, и люди, которые полностью, ну, похожи на вот этих муслимс, да, мусульман, которые изнемогают от голода, да, и это, конечно, выглядит artificial абсолютно, да, но при этом попытка вот через именно язык комикса передать эту историю, она, мне кажется, по крайней мере, в этом случае состоялась. Я хотел еще сказать два слова про то, про травмирование детской психики. Нет, с одной стороны, как бы, ну, травмировать на одно, другой вопрос, как бы, насколько можно осознать, ну, как бы, про тот объем, который вы говорите, насколько его просто можно нормально, целиком, толково осознать, и насколько вот именно с точки зрения осознания это имеет смысл ставить. Ты понимаешь, что ты взрослый и, в общем, травмированный этими событиями, так что... Давайте в микрофон, мы вас не слышим, господа. Или поговорите там. Продолжается.
Я хотела сказать, что книга не произвела на меня такого мощного впечатления, как я рассчитывала, потому что мы отстранены от происходящего. За счет чего? У персонажей практически нет предыстории ни в картинках, ни в тексте. Мы с ними знакомы в тот момент, в который с ними начинают происходить ужасные события, но мы не видим их семью до этого. Мы максимум знаем, сколько там у них родни. И это ничего не говорит об их семье, о них самих, об отношениях внутри семьи. Приняли там, например, телесное наказание. Было у них что-то... Ну, хорошая ли семья была, дружная или не очень. В общем, мы с ними не сроднились к тому моменту, как с ними все это начало происходить. И поэтому, не знаю, у меня не получилось им так уж и переживать, потому что они для меня все еще незнакомые люди. Они просто с потолка на меня падают. Я с удивлением узнала из книги, что, оказывается, в концлагере дети дружили с другими детьми. Там есть момент, где на день рождения девочки, друзья там пошушукались и оставили пайку хлеба, там шнурки, туалетную бумагу, еще чего-то. Это было для меня удивительно, потому что нигде, ни до, ни после, об ее друзьях не было сказано ни слова. Это для меня была новость, что такое вообще было. Ну, не знаю, там люди страдали и умирали, они там, оказывается, дружили, они оставались людьми. И мне бы хотелось об этом узнать больше. Я понимаю, что этого нет в оригинальных текстах, которые легли в основу комикса, но мне именно этого страшно не хватило. Потом тоже это несколько касается возрастной маркировки и нейролитичных страданий. Там показаны трупы, в том числе трупы родных главных героев и героинь. Там бабушка умерла на еврейскую Пасху, там у одной из героинь. Потом папа у кого-то не дожил несколько дней до освобождения лагеря. Но... мы как будто видим две картинки. Мы видим их в самом начале, когда они еще здоровая семья и только приезжают в гетто, и мы видим уже их трупы, и мы не видим, как ну, страшные все изменения, которые были между этими двумя точками. То есть раз кадр сменяется, это уже труп. Ну, человек не умирал, человек не страдал, просто лежит уже мертвый, и все, не знаю. У меня не получилось из-за этого. Слишком отстраненно, слишком с потолка. Вот. Спасибо большое за вашу реплику. Я хотела, извините, что с бухты-барахты, пригласить всех на встречу с автором, которая будет проходить в рамках ярмарки «Нонфикшн» в начале декабря. И я думаю, ей будет безумно интересно это все услышать, так что приходите обязательно, мы еще уточним подробности. Что касается подробностей относительно того, что люди дружили, да, и всегда хочется узнать, когда я попала на... экскурсию в мемориал Аушвица и пытался просто выяснить, как бы функционировал сам по себе лагерь, то, понятно, единственная модель, которую вам может предложить экскурсовод, это драматичность. Да, и большинство дневников рассказано именно таким образом, потому что люди в основном очень плохо помнят вообще, что с ним происходило, потому что их состояние было очень близко к безумию, и поэтому существовал термин, в немецком языке есть термин, которым пользуются нацисты, он называется фигурен, то есть людей, которые были в лагере, не зондеркоманды, да, в основном узники, их назвали фигурен, то есть это были фигуры, которые, в общем, ничего человеческого из себя не представляли. Когда вы вырываете вот такие истории, вам хочется действительно узнать больше, не знаю. И когда я узнала о том, что в Освенциме вообще существовал собственный оркестр, я немножко... как бы не просто была удивлена, да, я хотела узнать больше, как он функционировал, как такой проект модерна, да, как в наивысшей точке этого проекта модерна. Но их довольно мало, если посмотреть, да, если вы почитаете, не знаю, Рельникайте, если вы почитаете какие-то дневники разных людей, которые Прима Леви, да ту же Анну Франк, да, вы очень мало найдете таких подробностей, поэтому... может создаться такое же впечатление отстранения и от дневников, да, а не от, казалось бы, такой, от комикса, основанного на реальных историях. Поэтому не всегда можно найти какую-то такую зацепку историческую, которая бы вам позволила увидеть, как там было, потому что действительно люди скорее... переживает этот опыт чувственно. Но, по крайней мере, даже если, когда вы смотрите «Шоа» Клода Лацмана, вот этот 9-часовой фильм, где он взял интервью у людей, которые строили ГУЛАГ, строили эту систему концентрационных лагерей, сидели в этой системе концентрационных лагерей, то он из них просто вытягивает
эти подробности. И они так тяжело даются, что у людей начинаются действительно какие-то психологические проблемы для того, чтобы просто высказать это. И что вот такая вот деталь человечности вообще появилась в одном из рассказов, я считаю, что это очень ценная вещь. Ну, да, я тоже прореагирую, наверное, на ваш вопрос чуть-чуть и на предыдущего коллеги. По поводу вот этих подробностей Катя очень хорошо сказала, и здесь есть проблема, она такая как раз между художественным и нехудожественным. С точки зрения художественного, конечно, хочется дорисовать и сделать такую законченную историю с началом, концом, что сделано как раз, да, но чтобы там еще были понятные ветки, чтобы они были, ну, как бы заставляли эмоционально вовлекаться в большей степени. И кажется, что вот, есть зацепка, почему бы это не сделать. Вот мне кажется, что ответ на то, почему это не сделано, я предположу сейчас, посмелю себя, это как раз отсутствие отчетливой истории, как говорит Катя, у самих вспоминающих. Это значит, что, конечно, я повторю эту мысль, которая, наверное, сегодня рефреном повторяю несколько раз, что если смотреть на эти графические романы как попытку зафиксировать память людей, которые рассказывают об этом в определенных условиях по прошествии определенного времени и говорить об этом таким же образом, да, что вот это что-то, что сохранилось, и мы пытаемся как бы зафиксировать, что нам рассказывает человек, прошедший через эти нечеловеческие обстоятельства, то ну, вот это может быть тем ключом, который, ну, позволит нам по-другому смотреть просто на эти комиксы, во всяком случае говорить о них. Ну вот по поводу первой части, по поводу там слабо представлена семейная жизнь, это, наверное, действительно к автору. Но имеется в виду до трагедии, почему решили сделать именно так, как сделали, и кажется ли автору, что это так. А по поводу реплики о том, что, ну, не нужно ли оберегать детей от любой травмирующих информации, ну или где эта грань допустимого, то, мне кажется, на ответ на этот вопрос он не может быть найден или отлит в каком-то застывшем варианте. Просто потому, что, во-первых, дети разные, это, наверное, нужно учитывать. А кроме того, в разных культурах к этому относятся по-разному. И то, что, ну, достаточно вспомнить такой хрестоматийный пример адаптации народных сказок, которые происходят в 19-м, начале 20 века. То есть то, что для ребенка в устной культуре было совершенно нормально там слушать подробности людоедства героев сказки, и это не вызывало каких-то подозрений, что не надо об этом рассказывать, потом неожиданно начинает восприниматься как что-то ужасное, от чего нужно детей, ну, как минимум, да, до 15-16 лет оберегать. Правильно это или нет, ну, в каком-то смысле вопрос лишен смысла, потому что все зависит от того, как ребенок растет, что для него нормально, что нет, как и о чем с ним говорят. И попытка выработать некоторую универсалию — это всегда, ну, такая попытка замерить общую температуру по больнице. Я сейчас подумала, это очень хороший вопрос, я сейчас подумала, что все-таки, наверное, это был прием, потому что это же не реальные вот слово в слово пересказы событий, все-таки она как-то их литературно обрабатывала, и мне кажется, у нее хватило бы ресурса на то, чтобы представить это, вот, чтобы это вызывало больше эмпатии, тем более, что она пишет сама об эмпатии, говорит о том, что это ее конечная цель, что в этом возрасте дети как раз уже способны к эмпатии. Но, видимо, эта отстраненность — это все-таки ее такой литературный прием. Я ее обязательно спрошу об этом подробнее, попрошу рассказать. Еще вопросы? А можно мне тогда вопрос, может быть, кто-то в зале ответит. Есть ли кто-то, кто читал уже комикс, кому было страшно? Вот именно страшно, а там не удивительно или что-то в этом духе? Мне было страшно читать, мне было страшно смотреть картинки, мне было страшно переводить. Это было невероятно тяжело, хотя действительно отстраненность она есть. Ну, все в таком случае идите читать. Спасибо большое, что вы пришли. Можно посмотреть книгу, взять, полистать.